24 октября, без 10:03, город Таллин, градусов 10 тепла. Нахожусь напротив Балтийского вокзала. Вот здесь такой осенний парк. Прямо под смотровой площадочкой. Очень красиво. Наверное, в первый раз вижу такую долгую и красивую осень в Эстонии. И недождливую. Вход в старый город. Еще даже деревья не все опали. Эта лестница ведет на смотровую площадочку. Вот она. И все те же красивые улочки старого города. Наглые птички. Арка, проход на улицу Пикьялк. Вот такой сегодня шумный город. По проходе улицы Ратаскаева видна церковь Нигулисты. Поворачиваясь на улицу Пик, видна церковь Святого Духа Пюгавайму. Вот по этой приколюшной улице Воримеге можно выйти прямо к Ратушной площади. Ратушная площадь все такая же красивая во все времена года и неизменная. Людей сегодня очень много, но в основном туристы. Средневековое такси. Вот такие прохожие с мечами. Даже можно вариант такой сделать. О. И даже так. Да ладно, зачем? Да надо это. Да зачем? Блин, ну издеваешься. Вот такой вариант. Можно тоже продумать. Мне сказали, теперь до 8 вечера буду стоять и замещать человека. Я на это не согласен, не сказать другого. Слышь, не заточен. Национальный состав Эстонии резко меняется. Все больше загоревших людей из ладно, из этих стран, короче. Все те же самые часики на церкви Пюгавайму. Кстати говоря, можно зайти сюда, но я не буду. И это улочка тоже Пюгавайму, Святого Духа. Вот машинка, уже, между прочим, со штрафом, желтая бумажка. Ну, я думаю, ему несложно будет заплатить евриков 30-40-50. Кстати, гостиница Шлёссе недавно горела у нас. Флаги, я уже не раз говорил, на гостиницах, значит, по-моему, постояльцы, из каких стран постояльцы здесь. Отношение ко всем флагам в Эстонии нормальное. Да вообще всем по барабану. За что я люблю Эстонию, Таллин. Потому что здесь абсолютно все всем по барабану. Что у вас в машине, что у вас в квартире, что на вас надето. Абсолютно. Я считаю, что это, в принципе, не то, что как бы демократия, а свобода. Свобода изъявления любого человека. За это нельзя здесь быть побитым, убитым и так далее. Улица Русская, православная церковь. И дорога в сторону улицы Виру. Солнце бьет прямо в лицо, поэтому
снимать особо не получится. Кстати, вот, пожалуйста, вам и чистая католическая церковь на территории старого города в Таллине. Полностью можно, как его называется, почувствовать. Справа вон православная, внутри католическая. Одним единым с Папой Римским можно себя почувствовать. По этой улочке, на улице, точнее, Вене, русская, по этой стороне, в основном ресторанчики, кафешки. Очень красивые, кстати. Их тут, я не знаю, штук 10, наверное, подряд. Не поворачиваться, опять же, не хочу, там солнце светит. Кстати, проходные дворики. Зашел оттуда. И по такому дворику можно выйти на параллельную улочку. Если не ошибусь, именно на проходе Катарина. Катарина Кейк. И снимался фильм «Черная стрела». По-моему, даже вот в этом проходе. И там уже выход. Сейчас слышу финскую речь. Вот так как-то выглядит это все. И вот проход с Катарины Кейк. Направо попадаем под, прямо под средневековую стену. Здесь сувениры, в основном сувениры, что по право, что по левой стороне. Ну, стандарт. Свитера, шапочки. Вон, вязаная. Для туристов интересно. Для местных навряд ли. Улица Виру с кафешками, ресторанчиками и магазинами сувениров. Уже не раз показывал Вирусские ворота. И по правой стороне ресторан чистой национальной эстонской пищи под названием Макдональдс. Самый первый таллинский Макдональдс. Да, эстонский вообще. Здесь, если пойдем прямо, выйдем в гостиницу Виру. Но я туда не пойду. А если повернем направо, выйдем к театру Эстонии. Знаменитые цветочные павильоны на улице Виру. Знаменитые, потому что все праздники забиты, постоянно здесь люди. Я никогда не видел, чтобы здесь было что-то пусто. И вот где дверка, сидит там женщина. Раньше там было фотографии делали годами. Сейчас там просто сувениры. Вот, нахожусь на парковочке. Спереди меня театр Эстонии. А здесь такая вот парковка, постоянно забитая, но меня пропустили. Сейчас буду переходить дорогу, хочу просто показать, что подхожу к переходу, а он уже без меня, и машины все останавливаются. По сути, как и сейчас, люди идут, и машина остановилась. Прошел, все двинулись дальше. Иду я к этому памятникам. По-моему, что-то он там или восстанию 905 года. Эстонские рабочие
Честно говоря, не буду говорить, вспоминать, не знаю, насчет этого памятника, надо почитать будет. год. Папа, мама, ребенок. Кто знает, сейчас я просто ракурс хочу правильный взять, наверное, вот так будет. В простонародье этот памятник называется «Мама, останови такси, папе плохо». Так, все, ухожу. Обещал проехаться на новом трамвае, может получится сегодня. Подожду. Вот там вдалеке едет трамвай, и вы не поверите, этот трамвай тот новенький. Так что я сказал, я сделал, проеду сейчас, остановочка. Ну вот, подъезжает этот трамвай. Зайдем сюда. Открылись. Бесплатный проезд. По-моему, очень симпатично даже. Вот так вот. Поехали. Кончилось пространство. С телефона сниму. Это задний отсек с мониторчиком. Выходить буду в ту дверь. Одну остановочку проехал. Ну что, мне понравилось. Этой остановки, только почему-то он не остановился на площади Свободы. Так что на площадь я не пойду, да сотни раз там был. Сейчас пройдусь по улице Харидузы, образовательная, так что и называется. И все, нагулялся. Вот такая осень красивая. Всем мира, спокойствия. И так далее. На сегодня все.